На территории базы крейсерско-парусной школы «Фрегат» прошел спортивный праздник «День здоровья» среди студентов учреждений среднего профессионального образования. Целью этого мероприятия было формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки студентов, популяризация и развитие туристических соревнований среди студентов техникума. В спортивном празднике «День здоровья» приняли участие студенты со всего края. Свои команды представили 68 учреждений среднего профессионального образования. Принимал гостей Славянский сельскохозяйственный техникум. Славянский техникум является очень гостеприимным техникумом, поэтому решили провести здесь, на нашей базе. База у нас располагает, вы видите, островом. Непосредственно Славянский район расположен от того, что у нас еще и река протока. Поэтому 68 учебных заведений приехали сюда для проведения единого дня профилактики. Увлекательные и оздоровительные соревнования были разбиты на этапы: туристическая полоса, битва сумоистов, скалодром, плавание на каноэ. Последнее особенно понравилось студентам, ведь многие впервые пробовали себя в таком виде спорта. Круто, ребята веселые, в принципе, все интересно. Какие впечатления после конкурса? Мокрые. Я хочу пожелать участникам другим команд, чтобы тоже заняли призовые места и весело провели время. Соревнования прошли при активной поддержке сотрудников и волонтеров Управления по делам молодежи Славянского района, которые предоставили свои интерактивные площадки, уже пользующиеся особой популярностью среди молодежи города и района. Со всеми испытаниями студенты справились на отлично, зарядились энергией и здоровьем на весь учебный год. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».